Выяснились реальные причины распада дуэта «Чай вдвоем». 18 лет коллектив радовал поклонников своим творчеством. Окружающие были шокированы решением любимцев разойтись в 2012 году. Сейчас каждый из них строит сольную карьеру, двигаясь в противоположных плоскостях. Солисты рассказали, что всегда были творчески разными и не смогли перестроиться, когда пришло время перемен. Стас Костюшкин был готов на новые хиты и обновление коллектива. Однако Денис Клявер был непреклонен. К тому же в тот год он потерял отца. Знаменитости утверждают, что не конфликтовали из-за взаимной конкуренции. И дуэт постепенно изжил сам себя. Артисты практически не общаются в настоящее время. А вы слушаете новые песни этих исполнителей?